Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов Шивуты Кутли. Постклассический период, 1250-1500 год, камень, высота 111. Шивуты Кутли, принадлежавшего к сону самых древних богов пантеона Центральной Мексики, найдена в Кукситлане. Бог огня, покровитель домашнего очага и повелитель вулканов, изображен в образе молодого человека, облаченного в набедренную повязку, характерного для воина типа, и сандалии. Украшением ему служат браслеты с подвешенными на ними колокольчиками. Возможно, в руках персонаж держал символические предметы – оружие, щит, знамя или курильницу. Зубы и глаза фигурки инкрустированы перламутром и обсидианом. На голове сделаны специальные отверстия, в которые вставлялись пряди волос. Бог Шивуты Кутли, он был в центре внимания на торжествах, связанных с окончанием 52-летнего цикла, когда отсчет нового века знаменовался рождением нового огня. Ему предназначалось сердце брошенных в огонь жертв. Изображение огненного божества в разных его ипостасях известно как в искусстве дальмекского периода и сводится к нескольким основным типам. Иногда его голову украшает особый убор, напоминающий крылья бабочки. Ацтеки часто представляли его лицо раскрашенным краской, красной или черной. Ну вот, такое описание нашел в интернете к работе Шивуты Кутли. Постклассический период, 1250-1500 год, камень, высота 111, данные по тексту Великие музеи мира. Пока-пока, до свидания.